Украинское правительство продолжает переговоры с МВФ. Кредиторы планируют отправить в Киев очередную миссию. Визит запланирован на следующий месяц. В то же время вернуть старые кредиты Украина сможет благодаря новым траншам. Так считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings. По его данным, в этом году нашей стране нужно отдать около 2 миллиардов долларов внешних долгов. На миллиард больше в 2019-м. Рассчитаться с кредиторами самостоятельно Киев пока не может. Поэтому единственный выход, по мнению экспертов Fitch, это кредиты от МВФ. Кроме того, заем от фонда позволит привлечь в Украину дополнительные деньги, отмечают в правительстве. Важливо також те, що окрім безпосередньо підтримки МВФ, яка йде в резерви Національного банку, позитивне досягнення після цієї місії буде значити для нас відкрите фінансування від Світового банку та від макрофінансової допомоги Європейського Союзу. Тому, безумовно, ми в позитивному настрої очікуємо місію.